Ну вот мы и приехали во Флориде. Вот это небольшой отельчик, в котором мы остановились. Называется он Days Inn. Это сеть отелей, которая разбросана на территории всей Соединенных Штатов Америки. Это я показываю лобби. Главный корпус. Сейчас я пройду корпусы, где остановились мы. Вот здесь игровая комната для детей и гифт-шоп. Но сейчас они закрыты, скоро откроются. Это магазинчик с сувенирами. Вот пальмы. Сейчас время 6 утра. Народ еще спит, готовится к тому, чтобы прийти, сесть в свои машины и чтобы уехать по паркам. Сегодня мы идем в парк SeaWorld. Будем снимать там шоу. Все это я буду стараться выкладывать в интернет. Так что все нормально. Вот здесь мы зарегистрировались вчера, это лобби. И проследовали, согласно инструкциям, уже корпус. Вон вдалеке находится наш корпус. Сейчас я подхожу к нему. Вот это парковка машин. Вот это наш бассейн. Сейчас подойду. Вот видите, весь обсажен пальмами. О, смотрите, перелетные птицы. Сейчас что-то я их не вижу в камере. Вот это наш бассейнчик. Здесь как в пионерском лагере, в нашем бассейне. В 10 вечера закрывается, в 8 утра открывается. Висят замочки. Ну, вчера мы искупались. Вода, конечно, очень теплая. Охлаждения мало. Вот стоят автоматики по продаже воды, прохладительных напитков. Вот это так выглядит наш бассейнчик. Вон там на заднем плане джакузи. Здесь небольшое кафешко, в которое продают прохладительные напитки. Сейчас я покажу свою машину. На время останавливаю запись.